Всем здравствуйте! Сегодня 13 мая 2022 год, поселок Котовского, Одесса. Я снимаю ранним утром. Сейчас у нас 9 утра. Ну, не такое уж раннее. Ночь была спокойная, но с 9 вечера до часу ночи была сирена. Это, конечно, ужас. Опять с детьми мы не спали до часу ночи. Просидели в ванной. Спать они хотели, бедненькие, но никак. Я говорю, ну куда ложиться, куда? И так уже. Я говорю, потерпите, потому что сейчас непонятно что. На днях я вам говорила, что был взрыв, взорвали супермаркет. Центр огромный. Это был центр Ривьера. Ашан. Бывшая Ривьера, сейчас он Ашан назывался. 25% осталась стоящая часть здания, все остальное полностью разбомбили, сгорело в дребезги. Вот так наши дебилы вот там вот со стороны непонятно чего лупят. Зачем-то Ривьера, вот этот Ашан им нужен был. Ой, в общем, непонятно, все продолжается в том же духе. Сирены, взрывы, Николаев сейчас опять бомбили этой ночью. Не знаю, уже нет сил просто. Хотела немножко отвлечься. Кто смотрел предыдущее видео, у меня есть петуния. Я их сама посадила семян. И я их обстригла все-таки, потому что они начали сильно вот у меня тянуться вверх, ни о чем, как какие-то ветки. Вот я эту обстригла. Посмотрите, как начали, какие крупные листики начали все-таки расти. Вот срез. Вот видите, тут я отрезала. И вот как она пошла дальше. Очень сейчас красиво выглядит, уже как настоящие вот такие кустики. Посмотрим. Я хочу, главное, чтобы она зацвела. Ну, интересно, этот бедненький у меня тоже. Такой противный, такой капризный цветочек. Но он красивый, конечно. Видите, все, я опять его утром просыпаюсь, не полила с вечера. Полностью этот цветок вот так полностью все падает. Все, как будто он уже засох и умирает. Полила я холодной водичкой. Мгновенно, буквально за 15 минут, опять все листья поднимаются. На глазах, просто на глазах. Эти тоже стали, как оловянные солдатики стоят. Вот, посмотрите, новенький будет цветочек. Уже сколько тут? 4, 3, 5 уже. Там еще вот будет много мелких цветочков. Вообще он классный, но надо за ним поливать, следить. Этот что-то у меня стал какой-то капризный. Не знаю, но у него бывает такое. Как бы засыпает. Ну там немножко что-то еще прорывается. Ну посмотрим. Цветет он такими мелкими розовенькими колокольчиками. Ну и вот эта петунья. Это я позже посадила. Вот это одинаковые кустики с той. Где тоже вот тут отрезной срез. Ну, посмотрим, посмотрим. Так оно хоть красивенько смотрится в кустиках. Эти такие получились вазончики красивые на подоконнике. Ну, приятно, что своими руками семян вырастила. Что вырастет, то посмотрим. Так, посмотрим. Вон зайчик проснулся. Скажи всем привет. Привет. Просыпались, сейчас кашка будет кушать. Так что, друзья, такие вот новости. Все как всегда у нас. У нас сейчас 25 градусов. Ну, это вот в комнате. Уже потеплело очень хорошо. Все, кому интересно, буду дальше снимать. Подписывайтесь, ставьте лайк. Покажи лайк. Все, до новых встреч. Люблю, целую. Мирного неба над головой. Пока.